Дело в том, что эти новостройки имеют проблемы с подключением к коммунальным сетям. Районная администрация проводит рабочие совещания с участием застройщиков, жильцов, представителей ресурсоснабжающих организаций и надзорных органов. Вместе они решают, как выходить из трудных ситуаций, чтобы у людей были свет, вода и канализация. У нас основная из проблем – это, значит, канализация. То есть в районе практически отсутствует канализация, да. При помощи совместно с администрацией центрального района, да, пытаемся, значит, сейчас по улице Пионерской, Мичурина, там проложить ее, и подключить. То есть благодаря администрации они нам это помогают. Есть объекты, где застройщики уже осуждены и возникает сложность перехода права, и, соответственно, все эти затруднения, опять же, в вакууме находятся, где наше участие необходимо для того, чтобы скоординировать, выработать новый алгоритм действий для того, чтобы завершить все вот эти вот мероприятия, связанные с приведением дома в надлежащий вид. У людей много жалоб на застройщиков, которые не довели строительство домов до конца. Но, как заверяют сотрудники районной администрации, проблемы всех 16 недостроев центрального района будут решены. Также сегодня стало известно, что в ближайшее время из списка проблемных в Сочи исключат 3 многоэтажки.